вряд ли у Джеффри Вамеса в комбинации наберется элементов на надбавочную стоимость 6,7. Да, конечно, он не обладает. Следовательно, ему нужно делать очень-очень чисто, чтобы претендовать на призовое место. А оно будет только в случае, если он опередит Васильева. Да, ну вот практически вся его комбинация, то есть вот сейчас уже к соскоку готовится. Конечно, если сопоставить с комбинацией Анатолия Васильева,